видископ. Мы точно не стараемся написать обо всем, лишь бы написать. Ну, в смысле, у нас должно быть о каждом событии, хоть как-то оно должно быть покрыто, вот материал должен быть там. У нас подход, мы все-таки стараемся выбирать, что интересно действительно, что действительно важно, что действительно круто, и писать об этом. То есть акцент вот в эту сторону, от количества в качество. Мне кажется, что у нас отличаются стандарты в журналистике в смысле выбора тем и в смысле языка. Ну, язык — это прям отдельная тема в украинской журналистике, да, там все довольно сложно. Той ролью, которую играют блоги, юзерский контент, точно. Тем, какую важную роль у нас играет мобайл и наши приложения. Важно. Мы не считаем, что спорт заканчивается вот в 90 минут футбольного матча или там 60 минут баскетбольного, каким-то, что вот он на площадке, на поле, все, да, все остальное. Спорт — это то, что происходит за его пределами. Спорт — это то, что происходит в разделе. Спорт — это музыка, которая связана с спортом. Спорт — это политика, которая влияет на спорт. Это все интересно и важно. И то, что любят конкуренты или там ребята, которые как-то читают нас или не читают, но как-то какие-то другие издания любят, что вот, ну, что это у вас там, не знаю, какие-то девушки на сайте, что это у вас какие-то, там, не знаю, коты, политика, как это вообще, это же не спорт. Спорт — это вот полузащитник на левом фланге. А мы так не считаем, это не значит, что мы не пишем про полузащитника на левом фланге, это значит, что мы пишем про все, с какой бы стороны у них к спорту не подходило, потому что это самое крутое в спорте, на самом деле. Витископ. Спортивное видео.